Дапамагаць падлеткам, які аказаліся ў складанай сітуацыі. Да такога рашэння прыйшлі ўдзельнікі майстар-класу «Прафілактыка негатыўных з'яў» у маладзёжным асяроддзі. Яго правялі работнікі пракуратуры і гарадской камісіі па справах непаўналетніх для актывістаў дзіцячага парламенту. Дзіцячы парламент быў заснаваны 5 гадоў таму. У сёлетнім скліканні 15 юнакоў і дзяўчат з розных гомельскіх школ. Хутка да іх далучыцца яшчэ 12 вучняў. Асноўная задача фарміравання – прадстаўленне інтарэсаў дзяцей на высокім узроўні, каб патрэбнасці і праблемы маладога пакалення не толькі агучваліся, але і вырашаліся. Падчас сустрэчы ў гомельскім гарвыканкаме актывісты парламента прапанавалі дапамагаць сваім равеснікам, якія сутыкнуліся са складанасцямі ў сваім жыцці. Наш парламент сотрудничает с правовыми органами, потому что очень важно знать свои права, помогать детям, которые оказались в сложной ситуации, так как наш парламент занимается мониторингом детских проблем города Гомеля. И очень важно помогать нашим детям, узнавать их права и также помогать в сложных ситуациях. Субъектами профилактики как города, так и области проводится значительная работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Но мы видим резерв в этой работе. А именно более активное вовлечение в эту работу самих несовершеннолетних. Одно дело, когда о проблемах рассказывают взрослые, и совсем другое, когда сами сверстники на понятном языке, в интересной форме, по принципу «равный обучает равного», говорят со своими сверстниками. Мы считаем, что это очень важно, тем более, что целями и задачами детского парламента как раз и является формирование правовой культуры, активизация детской и подростковой инициативы, а также позитивной гражданской позиции.